Снова всем здрасте. Я снова в лесу. Худеть начал. Худеть снова начал. Все худею, худею, не могу похудеть. Неделю болел. Пластом лежал. Все кашлял. Плохо было. Температура этот раз была. За 36 лет четвертый раз температура поднялась. Но это все полбеды. Лечился вареньем смородишным. Пил таблетки от кашля. Короче, самыми дешевыми препаратами за неделю на ноги встал. Не надо там никаких ни терафлю, вот эти по 200, по 300 рублей. И так все помогает. Старенькие, добренькие таблеточки. Но я тут копаюсь. У меня тут такой стол своеобразный. Я на нем отколачиваю всякую бяку. Болгария сегодня у меня уже поработала маленько. Ну тут по мелочам насобирал. Вот такой вот всякой бяки. Ну без проволоки у нас никак. Вон сколько наворочил. Это я вчера тут с килограмм потерял в весе, наверное. Все хотел снять, начать, и все, некогда. Ну и здесь сегодня переехал немножко. Вот здесь вот подкапываю чуть-чуть. Под корнями в основном. Вся фигня под корнями. Вот проволока вот. Не хочет вылазить. Фух, ладно. А вон еще со вчерашнего дня у меня лежит. Не убрал. Забыл. Буду продолжать рыть. Ну вот, ребят, демократ. Результат моей деятельности за 2 дня. Фух. Килограмм 70. Не больше. Вот самое ядреное. Вот эти вот хорошие. Килограмм по 5, не меньше каждая. Это 1,15. Это я точно помню. Надо перепробовать, перевешать еще разочек. Ну вот так. Ждем транспорт. Загружаем, складываем в общую кучу. Ну, вот такая вот гора у нас уже образовалась. Хорошая гора. Это стакарного станка, станина. Как она называется? Не бабка? Не станина, а бабка, да? Бабка, бабуся. Вот такая горка. Ну, тонна стопроцентная. Ну, тонна может. Может чуть побольше. Да еще вот отсюда выберем нахуй что-нибудь. До двух. Надо порядок наводить, а нам лень, матушка. Такой вот сигнальчик у меня образовался. Я знал, что он здесь есть. Я просто руки не доходили. Сейчас вот пришел, буду копать. Здесь труба лежит. Не знаю, сколько метров. Будем делать, посмотреть. Итак. Уже очертания видны хорошо. А тут что у нас? А тут флянец. Вот он. Сейчас буду пробовать ломиком. Насколько она туда глубокая, длинная, никто не знает. Победил почти, но не до конца. Вот такая трубка получилась. Там кусок еще торчит. Грунт конченый. Вообще не копается. Но мы, как всегда, продолжаем, да?
И вот такая находочка у нас образовалась. Прикиньте, сколько лет она в земле пролежала. Я ее вот проволочкой обстучал. И прикиньте, сейчас. Подшипник крутится у нее. Вот это да. Ну и второй, наверное, также обстучать и тоже закрутится. Сейчас современный подшипник закинь в землю на пару лет. И все. И ты его фиг чем скрутишь с места. А это он. Ладно, будем копать дальше. Ну вот еще парочка всплеснулась. Опять каточечек. И пластинка такая ядреная. Сантиметр толщины. Небольшая. Вот. Раз. Где-то 17 на 30. Такая вот небольшенькая. Хорошенькая. Итак, в копилочку к нам. Вот в эту. О, пойло мое. Угорел уже. А я еще сегодня с собой сок взял. У меня же сок мороженый где-то есть. Поставил где-то там, он бросил, оттаивает. Не знаю, какой, или кленовый, или березовый. Пришел опять на старое место. Вот здесь я месяц назад крушил все. И опять под корнями все. Вот он. Тополишка. Нет, клен. Это клены. О, какой салтазан хороший. Червячок на рыбалочку. Ну вот и кусочек медяхи всплеснулся. Такой вот кобелечечек здесь образовался. Куда тянет, черт его знает. Но то, что в корне, это точно. По-другому здесь и не должно было быть. Фух. Вот тебе на. Будем добывать. Раз, два, три, четырехжильный. Но он не сильно толстый. Я уже такой здесь находил, метров 5. У него сейчас сверху оплетка металлическая, потом идет свинец, потом бумага и там жилы. Где-то квадрата 2 каждая. Может, чуть поменьше. Ладно, будем рыть. Вот такие здесь муравьи. Смотрите. Прошу их об одном. Эйку здоровый. А здесь вот железяка лежит. Вот 20, 40, 50 ширина у нее. Вниз сантиметров 10. Туда еще не знаю сколько. Прошу муравьев этих. Говорю, утащите мне ее. Помогите вытащить. Вы же здоровые парни. Не хотят. Он куда-то тянет по-своему. Так что буду треливать сейчас. Она даже не шевелится у меня. Сейчас попробую. Нет, шевелится, ну плохо, ну шевелится. О! О! Шевелится. Значит, мы ее добудем. Ну как-то так. Итого, на сегодняшний день вот такая батарея у меня здесь. Тут вроде и немного, но она все. Ой, тяжелая. Тяжелая, это тоже тяжелая.
Те две штучки тяжеленькие. Здесь вот килограмм 25, не меньше. Ну и в этой хольшине. Фух. Не знаю сколько. Килограмм 70. Ну ладно. Сколько есть все наши. Вы только посмотрите на этот квадратик. Вот так вот он выглядит. Я его еле-еле поднял. Еле-еле кое-как. Это вот такой тут весь. Вот тут у него. Вот ширина. Сколько тут? 8 сантиметров. Не меньше. 20, 40, 50. А так 20, 40. 40 на 50 где-то. 5 на 4. Килограмм что? 200 килограмм что ли? Да ну нахер. И 10 еще сантиметров толщина. Ну в общем она, пацаны, тяжелая, караул. Просто очень тяжелая. И мне ее треливать надо вон туда. Вон там он, просвет. Это самое близко подъехать. Фух. Смотрите, какие грибы. Я второй раз такие встречаю. О, какие красивящие. Тут вообще звезда. Вон какая здоровенная. Фух. Тут еще вот такие вот растут. Вот такие вот растут. И вот такие растут. Это шампиньоны, походу. Конечно, шампиньоны. Вон они. Фух. Во. Я тут трилюю. Вон куда укатил уже ее. Ой. Она тяжелая вообще труба. И вот у меня еще в мешке. И там он чуть-чуть еще торчит. Ладно, буду подтягивать ближе к дороге. Как вам такие шампиньоны? Распустились, короче, они. О, какие шляпки. Тут их прям навалом. Кому надо. Вот такие вот шампиньоны. Фух. И тут вон сколько их. Пропасть целая. Шляпы. Ну, чтоб понимать, для понимания, вот моя ладошка. Вот такие шампуньончики есть. Фух. Они прям беленькие. Еще не пропали. Вон юбка отпала. Никому не надо. Мне тоже не надо. О, какой ядреный.
Вот эти тоже ништяк. О, тут не на одну жареху. Одного гриба хватит на жареху. Ладно, пойду дальше я треливать этот брусочечек.